Привет, друзья мои! Мы с вами находимся в одном из моих самых любимых секонд-хендов, в который я обычно покупаю свои самые красивые вещи. И, значит, система здесь такая. Здесь есть вещи, которые лежат вот так вот здесь за стеклом. И есть вещи, которые находятся вот на таких вот стендах. Я здесь кое-что интересное увидела, поэтому я хочу, чтобы мне показали. Но для этого надо дождаться продавца, который показывает эти вещи, которые находятся вот здесь вот. Вот здесь вот под стеклом. Это всегда очень долго, потому как это такой, знаете, магазин здесь с этим самым, вот видите, продаются такие целые банки. Здесь магазин, конечно, не профитный, и с кастомер-сервисом здесь не очень. Но я жду, чтобы мне показали то, что я хочу посмотреть. Здесь есть интересные вещи сегодня. Вот это что-то, по-моему, да, это янтарь, наверное, но стоит $80. Здесь серебро. Вот здесь, по-видимому, серебро. Но там тоже много чего красивого. Так, ну давайте дождемся продавца. Так, ну что ж, я кое-что там нашла. Потом, конечно, вам покажу в своем обзоре. Ну и все остальное у нас здесь. Все остальное у нас, видите, вот висит вот на таких вот стендах. Много-много-много всего. Кстати, сейчас не так уж и много. Просто нужно подойти и все-все-все внимательно разглядывать. Много вещей интересных, но они не все являются тем, чем они кажутся. Вот, например, вот такая брошь, которая кажется английская брошь фарфоровая, но на самом деле я думаю, что она нет. Я думаю, что она современная, леплёная из какого-то материала, какого-то более современного. Вот такая вот брошечка, коктейльный бокал, стоит $99, совсем дешево. Скорее всего, конечно, она тоже современная. Лозочка. У меня таких много. Я думаю, что никакой особой ценности она не представляет. Она также и стоит. Я говорю тихо, потому что здесь вокруг люди. Вообще-то здесь не разрешают снимать и очень ругаются. Поэтому я стараюсь не привлекать к себе внимание особого. Но я уже с добычей, я уже нашла много интересных вещей, поэтому можно сказать, что приехала не зря. А это мой любимый магазин, где я обычно покупаю свои все сокровища. Езжу я сюда довольно далеко. Ух ты, смотрите, какая красота. $6. Растежка с цепью. Маркировок нет, но вещь интересная. Смотрите, какая красота. Ну, вот видите, как. Так, мне очень трудно снимать и искать что-то, потому что мне, в общем-то, неудобно. Красивая тоже штука. $4. Просто кулон. Скорее всего, современный. Но очень симпатичный. Это, скорее всего, что-то современное. Сердечки. Видите, здесь очень много всего. Мне, наверное, надо будет привезти тележку, иначе я не смогу снимать, потому что у меня заняты руки камерой. Это очень-очень неудобно. Сейчас пойду схожу за тележкой, но пока что вам поснимаю. Пока что у меня руки заняты только вот браслетом, который я, конечно же, поподробнее вам покажу в своих обзорах. Смотрите, какие интересные нити. $3. Такая просто длинная-длинная нить. Даже не бусы, а просто нить. Вот сделана из таких вот красивых бусин. Интересно, да? Вот это что-то интересное. Очень внимательно надо разглядывать все внизу, потому что иногда что-то интересное повисает. Ну, как правило, все самое интересное у них находится вот в том кейсе, который я сейчас ограбила, который я вам не показывала, что я просила показать, потому что, смотрите, какая интересная брошь. Патефон. Интересный старый замок. Интересно.
Я не снимала, потому что продавцы не разрешают снимать. Тогда она мне показывала то, что какой красивый кулон, то, что я просила показать, я это снимать не хотела. Боже, какая красота. $6. Боже, какая красота. Гардероб нет, но вещь очень интересная, очень красивая. Интересная. Какая-то брошечка за $4 металлическая. Так, я не вижу, но там есть какая-то маркировка. Кура, отлично. Кура за $4, отлично. Люблю я этот магазин. Он какое-то время назад совсем опустел. Перестал быть интересным. Но вот сейчас я смотрю, что я опять много чего нашла. Ну, это современно. Брошка Шанель, под Шанель, это, конечно, Алик. Не будем брать. Так, вот это что-то очень интересное. За $5. Вау. Зажим. У меня есть что-то похожее. Здесь шикарные цены. Ни в одном секонде у нас нет таких цен, которые здесь есть. В любом другом секонде все эти вещи, которые я вам показываю, стоили бы значительно дороже. Ага, сейчас покажу вам. А вот эклипс под брошкор. Правильно же? Они. Да. Угу. Под брошкор. Я прошу прощения за такую сумбурную съемку. Но, по-моему, это набор. Окей, взяла тележку. Во-первых, я освободила руки. Во-вторых, я могу теперь вам показывать то, что я нашла. $4 брошь, $4 клипсы. Не знаю, сет, не сет, что вы думаете, но очень похоже. Мне кажется, что это сет. Так, дальше. Что это у нас такое интересное, красивое? Сейчас очки надену, подождите, красивый кулон какой. Маркировок нету. Цена $6. Не знаю. Вроде что-то такое интересное, но не уверена. Так, бусы-бусы. Бусы-бусы. Да, я что-то видела здесь, я отвлеклась. Виделась клипсы под этот, под кором. А я что-то хотела другое. А, вот эти вот клипсы я тоже. У меня, по-моему, что-то есть похожее. Какой-то у меня есть похожий. $5. Есть какая-то брошь похожая или что-то. Но я не вижу, наверное, никаких маркировок. Поэтому я не уверена. Пока положу в тележку, там подумаю. Так, что здесь написано? Это что-то такое тематическое. Вот так вот, девочки, вот так происходит поиск. Я потом вам все эти вещи, конечно, покажу в своих обзорах. Но я вам просто показываю, вот как я прихожу в магазин. И что у нас здесь? Вот такой вот большой, видите, стенд. И вот там за прилавком. Самые интересные вещи находятся за прилавком. Смотрите, какие прикольные. Что это? О, я знаю такое. У меня похоже есть. Это, по-моему, Avon. Но у меня есть похожий кулон. Мне кажется, что я уже покупала. Так что не буду. Оставлю другим. Плохо снимаю. У меня не все попадает в кадр. Это потому, что я пытаюсь скрываться. Пытаюсь сделать это тихаря. Брошь. Очень красиво. Не знаю. Маркировки нет. Старая, не старая. Будем разбираться. Я пока все, видите, кладу в тележку, а там я потом встану где-нибудь в сторонке, в уголочке, поищу онлайн. Сушка хорошенькая какая, малышка. Так, это наши шотландские броши. Они, как правило, винтажные. Я много этих шотландских брошей. Здесь есть тоже маркировка. Положим в тележку. То, что есть маркировка, я, не задумываясь, сразу кладу в тележку. Потому что я потом
буду разбираться. Интересные клипсы. Вот интересная брошь. Смотрите, какая шикарная, 6 баксов. Застежка винтажная. Так, идем дальше. Что у нас еще есть интересного? Я, наверное, что-то пропускаю. Ангелочек. Это что-то явно современное. Я пропускаю, конечно, то, что я снимаю. Это, конечно, меня немножко отвлекает. Я потом сниму и потом пройдусь, наверное, вторым кругом. Чё с такой делаю? О, видите, этот я пропустила. $99. Красивая брошь, но у нее потери. Как жалко. Хотя за 2 бакса можно восстановить, правда? Маркировок нету, но брошь, похоже, старенькая. Может и нет. Положу в тележку. Там разберемся. Так, у меня уже полная сумка и полная телега из того, что я набрала. Видите, я ходила сюда перед Новым годом, перед Крисмасом, ничего не было, потому что люди заняты были Рождеством. Никто не чистил свои квартиры, никто ничего не приносил. Вот клипсы. Явно винтажные, наверное, да? Смотрите, какие красивые. Маркировки нету. $5. Вот бы к ним найти бы колье здесь. Я, конечно, потом еще пошерстю, потому что съемка мне, безусловно, мешает хорошо смотреть. Очень много, конечно, хлама. Дело в том, что когда-то здесь было просто неимоверное количество всего. Была вот эта вот стена полная, и еще было три таких круглых, как витрины такие, которые, на которых тоже висели вещи. Сейчас, видите, осталась только одна стена. Лака для галстука. Но это я совсем не собираюсь. Не собираю, хотя $5. Хотя, видите, у меня есть какая-то маркировка на ней. Но я... Это для галстука, правильно? Но это совсем не эрия моих интересов. Не знаю, девочки, я... Вот это совсем не мое... О, смотрите, какие красивые клипсы. 5 баксов 6. Конечно, старенькие, с какой-то маркировочкой. Отлично. Идем в тележку. Боже мой. Хороший улов у меня сегодня, девчонки. Отличный, уже отличный улов. Видите, мне всегда надо вас брать с собой. Когда я вас беру с собой, $4. Хорошенькая брошечка. Я не уверена, если она винтажная. Маркировок нет никаких. Я уже столько набрала. Иногда вот так придешь и покупаешь, гребешь всякий хлам, потому что ничего нет, и что называется, от отчаяния покупаешь все подряд. А иногда придешь и столько всего, что не знаешь, что выбрать, и оставляешь красивые вещи. Вот это очень интересно. Смотрите, как интересно это сделано на ткани, как будто бы вышивка. Так, я что-то пропустила. Я что-то пропустила. Интересные клипсы за $3. С маркировочкой. Состояние не очень, но. Синер, нифига себе. Камушки. Все на месте. Синер. Вот так. Вот это везение. Так, мне кажется, что я здесь сегодня надолго. Камея старая. Но, похоже, не старая, а просто так. Sorry, excuse me. Своя тележка тут все мешает. Sorry. Так, клипсы красивые. 4 бакса. Маркировки нету.
Ну, красиво. Потом рассмотрю поподробнее. У меня мало времени, на самом деле, потому что мне надо скоро ехать за сыном, забирать его из школы. Из колледжа, на самом деле. Просто мы так... Крест какой. Просто в Канаде любую университет, колледж, называют школу. Потому что любой ученик у нас студент. И школьник студент, и в университете, который учится студент. Так, ну что, мы все обсмотрели или нет? Так, это чтобы я вижу, какая-то маркировочка. Пилигрим, цепочка. Не знаю, что это такое. Браслет. Да, девочки, вот так вот мы с вами. Вот это я хорошо зашла. 5 баксов. Красивая брошь. Ну, не знаю, винтаж, не винтаж, маркировок вроде никаких нет. Ну, посмотрим потом. Посмотрите, у меня полная телега. Я сейчас здесь оставлю целое состояние. Ну, как уйти? Вот вы мне скажите, как уйти? Как можно уйти? Когда такие сокровища прыгают в руки. $6, брошь маркированная. Моне. Да, вот это нам повезло сегодня. Правда, не собиралась. Правда, просто так приехала. У меня освободился час времени. Просто так приехала. Думаю, и у меня нету видео на следующую неделю. Я подумала, поснимаю, как я покупаю свои украшения. И вот смотрите, какая невероятная удача. Поверьте мне, что это не всегда так. Поверьте мне, что очень часто я приезжаю и ухожу с пустыми руками. Интересно, какие клипсы шикарные. Но очень легкие. Наверное, современные. Посмотрю потом маркировку. Уже в тележку. Это еще час у меня займет, пока я все буду разглядывать. Я еще час буду ковыряться. Наверное, еще похожу. После того, как я съемку закончу, я еще похожу. Похожу. Сделаю второй круг, потому что я, безусловно, что-то пропустила, потому что я отвлекаюсь. Во-первых, я отвлекаюсь на съемку, во-вторых, я стараюсь снимать незаметно, чтобы меня было не видно. О, какая красота! Смотрите, какой кулон. Локер. Запутанный. Так, а здесь есть какая-то маркировка. 1928. Неплохо, но очень запутанный. Тут еще какая-то цепочка висит. А, это все один и тот же? Так, что-то я не поняла. Потом разберусь. Да, они все вместе? Или нет? Или цепочка отдельно? Или это все? Все вместе. Так. Окей. Ну что, девочки, я, наверное, сейчас прекращу, остановлю съемку. И пройдусь еще раз, посмотрю. Есть какие интересные бусы. Я думаю, что это... Не знаю, что это. Пройдусь еще раз, посмотрю все внимательно, что я пропустила. Еще раз посмотрю, что у меня в тележке. Наверное, что-то верну. Что-то оставлю, потому что у меня очень много получилось. Вот. Сегодня прямо удачно. Удачно. Давно не было у меня таких удачных уловов. Красивая брошь. Не знаю, что за штука. Маркировок нету. Похоже на 1928, судя по рисунку. Сзади. По рисунку. Так, это я уже видела, это я уже вам показывала, да? Стекляшечки. Что мы еще пропустили? Мушка. Ну, мушка, скорее всего, безымянная. И, скорее всего, ну, хотя за $3. За $3 она немножко облезла какая-то, да? Я очень тихо говорю, прошу меня простить.
Так, это я знаю, по-моему, это Ava. У меня, по-моему, есть такая. У нее отсутствует вот этот колпачок. У меня есть похожая штука. Так, это тоже камея искусственная, современная. Повесим ее назад. Немножко какая-то съемка такая получается не очень вразумительной. Я тут своей телегой все перегородила. Меня уже все ненавидят. Меня все ненавидят вокруг. Говорю какую-то ерунду. Я просто... У меня, знаете, глаза здесь, мозги там. Вот так. Ну, наверное, я какой-то прервусь на какое-то время. Потом снова включусь на выходе. Расскажу вам, что я тут нашла. Видите, как всего много всего. Надо еще здесь пройтись. Вот смотрите, какая штучка. О, с маркировочкой. Ну, это Чипос, это современная компания, американская, $3 всего лишь. Если бы это был винтаж, я бы взяла. А Чипос... У меня есть украшения Чипос, они многие очень красивые, но это не совсем мой стиль. Машинка смешная или что? Мам, написано. Так, дети пришли плакать. Вот так. Так, хорошо, девочки, я выключаюсь, наверное, и потихонечку посмотрю еще раз внимательно, что я тут пропустила. Меня, кстати, спрашивают часто про кольца, почему я никогда не хвастаюсь кольцами. Потому что вот кольца все, которые есть здесь. Вот они. Ничего. Интересно, столько вещей вы видели, и маркированных, и таких, и всяких. А кольца вот такое вот, какие-то совершенно. Здесь еще часы есть разные. Вот. Так, ладно, выключаюсь. Потом включимся снова. Давайте я еще вам покажу. Я решила зайти в фарфор. Смотрите, какие красивые чайные пары. $9. Ну, она... Кто у нас? Английская. Но она не в очень хорошем состоянии, а стоит $10. Когда-то я их покупала за 6, а сейчас они все стали за 10. Посмотрите, вот этот набор. А это что у нас за $10? Типа сахарница и вот такая вот штучка с блюдечком. Не знаю, что это. А это стоит 6. Смотрите, какая красота. Что это у нас? Кто? Вот такая вот название. Я не очень большой, честно вам скажу, специалист. Но вот эти какие красивые. Здесь их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $25 стоит вот такая вот пара. Очень красивая. И вот здесь, посмотрите, какая россыпь. Какие красивые всякие чашки. Они все по $10. Вот эти вот чайные пары. Вот, посмотрите, какая красивая. Ой, все, девочки дорогие, мне надо ехать. Мне совсем уже некогда, я должна бежать. Вот, посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, какая красота. Просто красота. Английский фарфор. Все по $10. Все по $10. Вот такие чайные пары. Бесподобно красивые. Посмотрите. Одна другую лучше. Просто глаза разбегаются. Просто нет слов. Вау. Короче, дорогие друзья, смотрите, какой у меня мешочек сокровищ образовался сегодня. Ай-яй-яй-яй-яй. Я вам все это сниму, конечно, покажу. У меня сегодня очень удачный был заход, совершенно неожиданно. Но у меня еще есть снято 2 видео с украшениями, уже снято, которые я вам выложу. Сначала их, а потом уже я вам покажу то, что я сегодня нашла.
потом уже сниму про эти, про этот мой набег на этот секонд. Все, всех люблю, целую. С вами была Тита из Канады. Надеюсь, что вам было интересно и понравилось. Bye-bye. У нас вот такая вот погода. Вот такая вот пасмурная. Вот такая вот серость. Все, бай. Увидимся скоро.